Это продолжение предыдущего выживания. Перед просмотром обязательно посмотрите первую часть. Ссылка в описании. А теперь приветствуйте и поздравляйте победителей в розыгрыше на 3000 рублей. Прошу вас связаться со мной ВКонтакте. В этом ролике мы снова разыграем 3000. По 1000 на счастливчика. Для участия, как всегда, лайк, подписка, интересный факт в комментариях. Результаты в следующем видео. Всем удачи, приятного просмотра. На следующее утро мы отправились на электростанцию, чтобы залутать закрытый ящик. Но, как оказалось, это задумали не только мы. Где эти петучи? Не знаю, но нужно, знаешь, что делать? Сесть возле крыта где-нибудь, заныкаться. И ждать, когда они будут подлетать к нему, лутать, забирать. Хороший вариант. Вижу их на самом-самом верху на 120. Да, радиация конкретная. Сейчас боты себе сделаю. Тряпочные. Тихо-тихо. Не... А, залутали только что. Один сидит на крыше, один на крыше сидит. Дал два хита. Много хитов дал. Тихо, они надо мной, да? Да. Сейчас сниму, возможно. Меня сняли. Понял, услышал. Сори. Я попал. Не, ну вы клоуны. Сори, по тебе попал. Мужик, я их двоих размотал. Красавчик. Ну они сейчас прибегут. Они сейчас будут там, я не знаю, как туда залезть. Я рядом встал. Окей. Одного залутал. На, вот так тебе. Хотя бы так. Я сейчас просто прикопаю и через подсад будем лутаться. Да. И прикапывать-то особо нечего было. Нам там главное через подсадку сейчас смочь, пока они не прибежали, блин, опять. Но они, скорее всего, уже в пути, чувак. Я понимаю. Я уже тут? Бегу. А мы здесь сможем как-то, нет? Да. Не дает мне балка, прикинь, запрыгнуть. А вот так? Не. Как же на крышу-то здесь попасть? Там калашик. Надо, чтобы ты тоже вместе со мной параллельно прыгал. Понимаешь? Тогда смогу залезть. Прыги со мной, мужик. Почти было. Так, все, пришли. Тихо. У нас здесь есть прям впритык под нами. Поднимается. Меня убили. И меня убили. Полобой. Да, я меня он тогда убил. Так, ну вот тут сейчас будет радиация. Надо дальше пройти. Здесь вот посередине. Кстати, меня не долбит. А, долбит. Очень сильно. 10-13 словил. Из-за дождя они не услышат. Коптер наверху. О, топают. Вот пытаются залезть. Мужик, подходи. Здесь они, надо мной прям. Я на картах. Да, я тоже. О, боже. Под нами аккуратнее. Минус один. Еще надо мной. Меня убил. Понял. Меня убил тоже. Блять, он... Как и ожидалось, они вернулись. Но так же, как и мы, не могли себя залутать. Коптер на месте стоит. Тела-то сгнили, понятно. Думаешь? Да. Томпсон да. Валяется. Помп. Он просто убежал, видимо. И мое тело. Мужик, тут нормальное количество тел. Тело еще на месте, мужик. Какое? Да наше тело, которое мы хотели залутать, оно еще там. Еще есть время, видимо, минут 5 есть. Бегу. С каждой минутой шансы становились все ничтожнее. А мы до сих пор не могли придумать, как туда забраться. Даня, мужик, давай быстрее. Да тут-то я. Давай, пробуем здесь. Прыгай. Почти. Почти было, мужик, почти было. Осуществимо.
Залез, прыгай. Упираюсь в балочку. Дай-ка я попробую запрыгнуть, может, у меня Давай. Получится. Да! Калаш. О мой бог. Там еще должен... Ракеты? Это самое. Скрин сделал. Окей, окей. Сел, улетел. Ёперный театр. Ёперный театр. Сейчас. Если места нет, скинь что-нибудь вниз. Все нормас. Только не домой, знаешь. А, спустись, меня подними. Угу. Давай, чуть пониже. Есть, погнали. Куда-то отлетим, разлутаемся. Куда-нибудь подальше. Давай, что у тебя там интересного? Ага, два калаша, да? Патроны? Да. Ну, смотри, самое вкусное, что. Ух, на, возьми себе. А куда, домой или куда? Да, домой. Ракета никогда не бывает лишней. А в нашем случае она сыграет ключевую роль. Все, пара калашей. Намана. Ракета — это хорошо. Теперь нам нужен третий верстак, мужик. Изучив сие чудо, мы отправились напилить дерево на весь оставшийся вайп, поскольку нам предстоит очень много плавить. Я с помпа. Банжапа. Это его говно, что ли, вот это вот? Его дома, не понял. А ну. Это, походу, отсюда вылезло. Сейчас убьем. Дай шпырцик. На, иди продолжай сверлить. А я пока посмотрю отсюда, не отсюда. Меня убили. Двоих расковырял. Хорош. Все, иди лутай себя. Мужик, у него все двери открыты. Ну, тебе терять нечего. Ну, по факту. Только одна дверь у него получается. Ну, он закрыл двери. Все? Ну, я вот эту дипнул у него. А дальше там мачетами можно про... Слышишь, что? Ну, мачетами я не хочу. Иди сюда, садись. Я пойду, короче, принесу сачелем и взорвем стенку ему. Его нужно тоже выносить нахрен как можно скорее, вот этих двух чувачков. Потому что ты правильно говоришь. Они знают, где мы живем. За ночь они наколупают сейчас. И мы зайдем с утречка, а уже не будет нашей хаты. Там еще второй выход, ты понимаешь, да? Да. Есть пробитие. МВК дверь. А одна дверь открыта. Тут надо в стенку идти, не в МВК дверь. Это здесь сачели как раз. Прикрывай. Сейчас откроет окошечко. Убрал? Да. Ой, хорош. Выходит на улицу, по-моему. Бля, прикинь, не успели. Я пошел до крафчу быстренько. Прикроешь? А, наверху еще двое. Пришли? Да, не выходи, это вообще левые. Двое на крыше. Смогешь? Одного, по-моему, положил. Одного полностью убил, подожди, а второй? А, убил его. Сейчас этого залутаю. Все, гандрас и прочее. Так, этого я залутал, уношу. Я не могу этого на оружие найти. Томик, дай я туда сяду. Томик, хазик, шприцы. Отлично, ну вот все. Так, пистолетных больше нет. Добей, мужик! Ты же сказал, что я его убил. Двоих размотали, не надо, это третий был. Третий? Да. Все, он готов? Да. Это лол какой-то вообще. Да, понимаю, беру сачели и иду. 12 штук. Меня убило. Бегом сюда. Подбегает. Сейчас я зайду, он за мной. Сейчас придут на антирейд. Сколько накинуто? Еще одну накинул. Не иди туда, подожди. Ластовая. Так, минус дверь. Вот один подходит. Ладно, он лутался просто. МП-5, болты. Отлично. Пятку срочно мне. Сера, две сихи. Накидываю на последнюю, там шкаф. Меня с СМГ убили. Готовься. Меня тоже убили. Быстро из дома. Это лол пришел, я на КД весь. Так, там голый двушечник внутри сидит. Или со спасом. Их там двое, мужик. Двое, один с Томпсоном, другой хер знает с чем. Мне сразу голову дали префом. Да, я понял, я видел это. 14 секунд КД, надо их на выходе ждать. На выходе ждать надо. Они ливнули. Ушли отсюда, вернее. Я понял.
Накидываю последнюю бобовку. Минута у меня. У меня шкаф. Авторизировался. Все задиспавнили. Забей там море времени. Главное, закройся. Главное, скрафти дверь и закройся. Подбежали к хате. Выписываю сейчас всех. Выписал, авторизировался. Деревянный лог делаю. Вот тебе кости. Вырубай это говно. Короче, там, я так понял, у них они задиспавнили там, возможно, серу всякую, если она у них была. Да, типа, нам насрать на эту серу. Главное, что соседей мы выселили. Тогда мы еще не знали, но парни, приходившие на антирейд, станут неотъемлемой частью этого вайпа. Меня убили. Я одного убил. Это лол приперся. Минус два. Хорош. Гандрас и лол. Смотри, крались с какой они стороны. Вот откуда-то отсюда они ходят. Они отсюда ли? 230. Да вот оттуда, мужик, скорее всего. Хотя нет. Да, оттуда бегут двое. Трое бегут. Это их хата. Чувак, здесь такие крутые, красивые места. И, кстати, уля-ля, я, по-моему, вижу потенциальных клиентов. Тебе надо сюда мчаться. Здесь большущий клан я вижу с ПВОшками, с турелями, с вышками вот с этими. Ну, ты понял. Хит дал. Это болт? Нет, это берда. Знаешь, где присядем? Помнишь, где тебя фризило люто, пинговало? Давай. Надо, чтобы они пошли сюда обязательно. Но мы увидели, где они живут, это уже хорошо. Завтра зайдем нафармим, быренько, переплавим и зарейдим это говно. Это нас? На то похоже. Это нас. Да нет, не нас. Нет, это слишком далеко. Да, но мы туда пойдем явно. Они туда же бегут? Да. Примем тогда. Сначала пускай они пофатятся. Мы... Конечно, а потом мы. Надо им в спину заходить. Угу. Давай левее. Левее уходим. Да, мужик. Вон они, тихо. Мы не зайдем в спину. Надо обходить прям люто. Вот за большой дом, за вот этот. Глубже в лес уйди. Сейчас, подожди. Они вроде... Вроде нас пока не видят. У них пока 2 на 2 идет. Все, мы у них в спине. Готов? Левого? Да, раз. Давай. Минус, второй остался, и там еще двое на доме. Они сейчас там вдвоем. Разрывные, мужик. Один прям в хате, они пробили бочину. Нужно забрать вправо, потом заходим внутрь этого дома, забираем. Погоди. Хазика, аккуратно. Я Хазик пушу. Один за домом, я тоже пошел пушить. Чувак, 2 типа еще бегут с маяка. Сюда. У тебя пробили? Да, здесь. Здесь одна дверь до шкафа. Тело не лутанное. А мы залутаем, пожалуй. Они в лесу на 350. Чеку ящик. Говно в ящике. Там ящики, они их не видели, скорее всего. Могу запрыгнуть наверх. Залез. Тут. Тут до шкафа солома. И еще тут оружие. И еще ресы. Сейчас застроимся, мужик. Крафчу двери. В шкафу, он открыт. Авторизировался, выписал, тут охренеть металла. Скрафти киянку. Тише, не прыгай. Дверь 20 секунд. Мне отсюда не выпрыгнуть. Сам будешь делать все. Двери. Пошел. Ой, мужик, давай резче. Я в шкафу не прописался. Бля. Вот это пиздец. Все, тише. Он голенький. Не подлезай. В шкаф, быстро в шкаф, авторизировался. Давай с меня. Никак. Почему? Стой. Сюда. Соломенный проем. Соломенная крыша, мужик. Апни вот эту крышу. Это да. Проем, быстро. Не могу проем апнуть. Старайся, мужик. Не апается, прикинь. Дай мне. На, скинул вниз. Вверх. Я сверху сделаю. Все, понял. Все. Фух. Дай 5. Заантирейдили вообще каких-то. Я их злю, чтобы они пришли хоть что-то делать. So juicy. Water is so tasty, bro. Вообще, с нисхеров пришли, антирейднули хату. Ну, убили одного, второй вообще убежал в лес. Мужик, держу в курсе, здесь больше строчки металла. Ёбаный свет. Там продолжается стрельба, нам бы в этот чефир ворваться. Двое, 70, 65. Вижу. На скале. Спускаюсь вниз. Один МВК, другой хазик. Почему я их не вижу? А, по ним нажаривают. Мужик, ко мне, сделаем дела. Их двое, они сейчас к нам спустятся, тихо.
Хазика выключил. Меня убили. Тебя Хазик с болта, да? Да. Блин. Там еще МВК был, аккуратно. Берданка пришла, берданка пришла, берданка пришла, берданка пришла. Отстань, берданка, отстань, берданка, отстань, берданка. О, на крыше чувак, на крыше чувак, на крыше чувак, берданка пришла, на крыше чувак, берданка пришла. А Сережка вообще живет? Сережка живет. А, почему? Фак, фак. Изи лут. Ты убил? Да-да. Ну, я просто убегаю. В лес и в дом куда-нибудь. Во мне вообще все. Давай, беги. Фух, на мана, на мана, на мана. На сфере крейт. А? Нет желания. У меня есть одно желание. Прийти там всех мотать. Сколько тебе, через сколько? О, там движ, я пошел. Ты валяешься нелутанный. Понял. Убил нахрен. Причем убил я последнего. Красавчик. МВКшника вот этого. Надеюсь, что последнего. Да, мужик. Ненорис какой-то. Это, кстати, наш сет. Мы камбэкнули сет себе. Он пишет, ты сын шутки. Понятно. Уносим выбитое. Плюс в дане там еще оставшийся металл и оставшееся оружие. Нормально. Я считаю, покатали. Он там крадется, подожди. Три рыла. Погоди. Голову разбил одному. Убегаем. Все, убегаем нахрен, конечно, убегаем. Кто? Это нас? Побежали. Опа. Это не нас. О-о-о, от этого мы сейчас умрем. Особенно я. Синие трусы. Синие трусы. Два тела, один МВК, другой этот на 350. Все, они нас спалили. Слева предлагаю обойти. Ты справа обходишь. Ай, мне голову дали. Убил? Нет, нет, одному голову дал нормально. Вот они там двое, короче, их осталось. Попробуй допинать. А я из... Это лоу. А я из дома приду. Я понял. Бежит уже. Промазал. Он, скорее всего, где-то уже обходит меня. Да, он вообще наверх залез, обошел меня. Все, в доме не встаем. Лола размотали. Угу. Возле хаты проходят наши. Тебе в спину пойдут. Минус один. Хорош. Минус два. Красавчик. Лол со спасом приперся. Со своим тиммейтом. Возле хаты файты. Это я. Убил? Да. Этого чувака. Причем он видел, скорее всего, откуда я выходил, и это хорошо. Нам стало интересно, насколько эти ребята опасные, и как они поведут себя в ситуации, когда в наступление пойдем мы. Слышь, а их нет в сети? Лол-лол-лол в сети. Лол в сети? Да. Тащи ладерку. Дратуйте, пацаны. А вот и мы. Шорт у нас. Верстак стоит. Понятно, зажравшиеся. Ну давай, мужик, пристроечки мутим. Я тебя услышал. Нормально, пробежать можно. Да? Да. Я копье дел... Давай копье. А ее байтить можно вообще. Давай. Вообще изи. Эту разбайтил. Получил по шапке. Они в хате. Готов сейчас будет выходить. Давай я буду ломать. Или сесть корову, попробовать улететь. Да пока не надо, я сейчас вырублю, если что, с двушки. А ты прям улетай, не очкуй.
Меня убила она. Ты не поверишь, но она меня убила. Все, ладно, я понял. Но они-то не знают, что здесь еще есть я. Вырубил двушку. Да, это они. Хорош. Они уже с двушками выходят, у них уже все. Ну а с чем ему еще на крышу на самом деле выходить? Ой, я чуть от турели не сдох. У тебя шприцы были, нет? Нет, ни одного. Да, он вышел, он меня убил. А вот теперь мы на 100% были уверены, что живут они именно тут. И у нас появилось примерное понимание, как устроена их база. Уже на тот момент мы твердо решили, что обязаны отправить их на помоечку. А для этого придется наколупать очень много серы. Но это уже завтра. Перед выходом мы улучшили дом, закрыли наш бункер, изучили все самое необходимое и отправились спать. Угой. Доброе утро! Нас не зарейдили, во-первых. Это хорошо. Да ладно. Да, это хорошо. Нас не зарейдили. Но я, бляха, проснулся, и я заболел. Поэтому, если я буду в нос разговаривать, извините. Ничего не могу с этим поделать. Оп, шо отсюда! Сидит там, сука. Иди, иди, пока в ракеты в тебя не кинул. Давай, давай, нахуй. Ну кого-то там ругаются. Да нас тут уже встречают, я погляжу. У нас построилась какая-то хата деревянная напротив. Прям впритык. А сейчас ее не будет. В целом все нормально. Переработав все компоненты с задипанных и зарейженных домов, у нас скопилось достаточное количество скрапа, чтобы изучить все необходимое для предстоящего рейда. Ну вот же. Ну, пошел процесс. Вообще охеренно работает. Но я все посчитал так надо. Ты меня извини, конечно, но это территория пиздец. Нормально. Кайфы. Осталось шкафчики поставить. Так, печи, значит. Серега. Я так полагаю, гол. Не убивай, не убивай, не убивай. Ну что ты такой? Сишка, мужик. Бегом домой. Прикольно. Халявный дроп. Угу. Во, тут бы еще чем-то закрыть мое косое произведение искусства. Ну вот это уже другой разговор нахрен. Апаются там в камень. Убил. Все, не дай, не дай, не дай, не дай. Чекай хату. Bro, hello? Отбегай, у меня всего 2 патрона. Я понял. Hey, bro. Металл дверь. Все, стой, паси. Hey, bro! Угу. Еще, тихо, 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 тихо сидит. Справа. Готов. Они в упор построились к нам. Тихо, гантрапы могут быть. Все, тихо, тихо. У них была сачель. Ломаю шкаф. Гантрап сломался у них. Двести скрапа. Теперь, когда нежелательные соседи устранены, нас ждет очень продолжительный фарм серы. Угу. Первая сера есть. Ты живой там? Убил. Кто? Кто был? Это Хазик с СМГ. Я думал, это ты. Он что-то лутал? Не знаю, я отхиливаюсь. Красная карта у него, мужик. Он лутал только что низ. Эту карту мы решили сразу пустить в дело. Активировать ее на нефтевышке, в надежде найти ракетницу для дальнейшего рейда. Слева убей. Ага, минус. Бежит по второму. Все, еще голову дал, но я все, надо заезжать. Давай. Ой, действительно заехал. Х.
Хорош. Нам нужна ракетница. Бензопила, блин. Ага. 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 Угу. Все? Да, три фугасных ништяка. Еще три фугасных ништяка. Еще три фугасных ништяка. А самого фугасного ништяка я не наблюдаю. К невероятному сожалению. Давай ракетницу. Ты там суициднулся или что? Угу, лутай, улетаем. Не найдя ракетницу на первой нефтевышке, мы отправились на вторую. Не заводится. Ты шутишь, нахрен не заводится? Только нормально, давай. Сучий потрох. Я ненавижу тебя. А! Короче, беда. У нас нет синей карты. Круто. Большая заспавнилась. Поплыли обратно, мужик. Короче, поплыли мы второй раз на большую нефтянку, так как она уже успела... Опа. Два типочка. Лодка перед нами, да. Ну да, так они же там на это, на маленькой, на смол лодке. Ну они, скорее всего, с иксами, я не уверен. Но мы отсюда будем настреливать с этой. Или это большая? Нет, это маленькая, маленькая. Жмем? Давай. Ой, блядь. Ты сбрил одного из них? Нет, один под воду ушел. Я хилюсь. Назад отойди, ко мне вот сюда. Бля, убили меня. Понял. Минус один. Убил. Он всплыл. Минус два. Да ладно, хорош, мужичок. Лутай, что можешь. Распихивай в лодку и вези домой. Я тебя встречу. Вот он. А чё так хорошо-то? Потому что папочка работал. С ракетницей нам продолжало не вести. И я отправился на очень активные выстрелы берданки. Странно, но выстрел был уже после смерти. А чё он тут рейдит? Господи. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. No, fuck you, bitch. 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 Fuck you, you bitch. Понял. Вопросов не имеем. Нет, я тоже, пожалуй, заберу. Он застрявшего друга вытаскивал. Это какие-то нубы. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Gun for you. Окей. Тем временем подготовка к рейду набирала бешеные обороты. Процесс идет, процесс, ты посмотри. Порох только так и превращается. В этот момент весьма вовремя на горизонте появляется карга, что в теории могло решить вопрос отсутствия ракетницы. Мужик, давай, давай, давай. Есть. Желаю ракетницу. Ракетница. Ракетница. Давай, давай, давай. Ну, что тоже неплохо. Гаражка. Кстати, штаны. Сопля-калаш. Хм, оставляем куртку. Ну, калаш. Ну, короче, нам придется брать все наши компачи, кроме труб. Все идти перерабатывать. И по верстаку. Получается так. Все, ждем. Ты один на территорию, да? Да, вроде да. И что там? Доставай. Да что за говно? Это что за лут такой? Переработали все, что было. 243 и 600 еще дома. Так что ракетница точно будет. Ну и скоростную для прикола. Ракеты крафтились в промышленном масштабе. Мы так сильно увлеклись, что не заметили, что наступило утро.
5 часов утра. Угу. Последняя ракета готова. Мы понимали, что вдвоем зарейдить хату этого клана в онлайне будет очень тяжко. Поэтому позвали на помощь двух старикообразных. Хеллоу. Хеллоу, господа. Утро доброе. Доброе. Теперь началась очень важная миссия. Нужно было построить рейд-кибитку прямо у них под носом. И от того, насколько строительство будет незаметным, зависит весь исход дальнейшего рейда. О, здорово, мужики, что происходит? Здорово, КГБ. Проходим, не стесняемся. Да мы уже знаем, мы вас выписали, пароль поменяли. Здравствуйте. Патьки, опа. Благодаря тому, что старики к нам присоединились, битва теперь будет 4 на 4. А это значит, что шансы на успешное завершение рейда 50 на 50. У нас, похоже, проблема. Какая? Их 9, Сереж. В смысле 9? Они, короче, затимились, похоже. С чего ты взял? Ну, потому что они сейчас выписывают в чат, типа, сори, 9v1. До этого они списывались с Лолом и ходили на G2 рейдить. Ситуация и так была не очень, а теперь она еще и приобретает интересный оборот. Но у нас был Харанс. Короче, вот это типа у них основа, угу. Вот этот треугольник, это буферка, и там буферка. А вот эти вот входа, вот это вот, и вот эти вот треугольники, это как раз таки подъемы у них наверх. Понятно? То есть нам либо с этой стороны бить, либо с этой стороны желательно бить, чтобы мы сразу же в эти попадали вот. Ну и куда то решаем? То есть напрямик лучше бы типа не бить, а вот со стороны моря может быть. Ну вот я не знаю, чем мы сможем как-то со стороны моря вот как раз таки пробиться. Да вообще легко. Там дверей просто тьма. Вот здесь, вот где я показываю, там турели нахрен стоят. Много турелей. Здесь сейчас сидят трое, скорее всего. И еще шестеро у них в тиме по соседству. То есть мы начинаем бахать, они тут же прилетают. И запинывают нас ногами. С кайфом, слушай. Да, я тоже так думаю. Плывет биг-лодка, походу они. Бля, серьезно? А, абсолютно серьезно. Бля. Погодите, погодите. Раз, два, о, ебать их там. Да, это они. Короче, мужики. Она фуловая. Ты хочешь сказать, брать ракеты и уходить? Нет, 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 сейчас я смотрю, сколько их там раз зашел. 5. Да? Это человек. Вот они сейчас уплывут, и мы тут же начинаем. Ну чё, как думаете, какой шанс у нас? 20%, я думаю, есть у нас. Все готово. Кто сейчас по земле топал? Я на месте стою. Тихо. У нас гости, мужики. Все, они уже знают, что мы здесь. Понятное дело. Минус один. Жив? Заходи. Да-да-да. Он косой. Че, беру две ракеты, пробиваю к заборам? Или ждем утра? Утра ждем. О, сидит уже крыса там на своей... Вышке? С базукой, что ли? Деда, я посмотрю. Серьезно? Дед, давай он подстрели его, он на правом бочку. Дайте выйти для начала отсюда. Да, давай. Внутри с базукой сидит. Притык. Заношу. Стенку поставил он. Прекрасно. Чужой, чужой, чужой. Еще снизу на 200, на 230. Убили вроде. Вроде да. Убил его. Только СМГ найдите, пожалуйста. Лутаем, уносим домой, это обязательно порядок. Вот, да, СМГ да, есть. Да, да. Тело где его? Я подлутал его. А, окей. На доме пока я никого не вижу, а чё? Это лол. Лол? Отлично. Так, мужики, прорываю первую стену. Давай. Все, забор открыт. Так, на крышу высовывается. Уработал его, дохлый. Хорош. Мужики, рвем. Турель, слева. Сразу направо. Справа тоже турель. Все, насрать, бью. Не дай ему залутать ракеты, главное. Не дам. Ракеты при мне. Мы тут мало чего сможем, Сереж. Давай, короче, вот здесь вот эти вот сломай заборы. Убил одного. Потому что мы не сможем контролить нормально. Там турель, если что. Так, все. Вот это да, это у меня обзор сразу.
Минус. Еще минус. Я на хиле. Меня убрал калаш. Мужики, чекайте забор. Чекайте забор, он у себя там сидит. На крыше, крыша, Дима. Уработал. И там еще один на крыше. Второго убрал на крыше. Ставят лестники. Убрал. Хорош. Тело, мужики, больно. Ой, обстрел сейчас обвалится. Убрал. О, пацаны, здорово! Че вы там лутаетесь? Да пошел ты, нахуй! У них там открыта дверь. У них там все открыто. Кто-то попробуйте как-нибудь скакануть, я хз. Может, сломать турель? Я турель байчу. Давай. Минус. Еще минус. Все, закончились патроны. Закончились. Все, мы пока сидим, пока чилим. Чилим. Крыша! Сбрил крышу. Граната! Ушли! О! Жив? Живой. Давай. Турель. Открылась дверь. Выскочил. Уработал. Все, хорош. Харнс, я к тебе там смогу когда прибежать? Сюда, да, сможешь. А, они, о, здесь сидят турели. Ага. Они ее забрали. Нет, слева турель. Ай, блин. Ага. Вот это плохо, Сереж, что ты сюда перешел. Тут очень опасная позиция. Нам бы вот эту долбаную турель. Я ее потихоньку коцаю. Ой, бля. Сколько ей надо-то, блядь? Все. Хорош, все с кайфом. Блин, да сучка ты такая крашеная. Да, я прорву в дверь, наверное, да? Даю вспышку в дверь. Есть. Все, ганкапа нет. Харнс, добьешь как-нибудь? Есть чем? Подожди. Сережа, не иди сюда! Ёб, как я выжил. Выработал. Еще есть. Да, там хазмат. Так, выходит из этой двери. Высовывается. Сережа, не сдохни. Подожди, Харнс, тебя залутали. Все, окей. Дверь вылетела. Минус гаражка. Угу. Чекает меня в щель. По-моему, убил. Открывает щель. Убрал. Борки, подойди ко мне, подсади. Или, Сереж, подсади. Угу. Меня подсади, Порки. Тут все пусто. Сереж, помнишь, про что я тебе сказал, какую надо бить? На самый верх, на самом верху, вот там, если мы прорвем, вот что-то явно куда-то попадаем. У нас 9 ракет еще, если что. Это мало категорически. Мало, да. Я вскрываю гаражку? Да. Ракеты кончились. Иду. Че, серьезно, турель? Там турель? Да, сейчас, секунду. Но она смотрит не туда, куда надо. Но тут все в МБК, железные. Короче, надо 4 ракетоса. Да, вот сюда. Они где-то вот... Одного убрал. На самом верху лазят. Угу. Гаражка улетела. Дальше гаражки. Много. Сюда можно залезть. Блин, из-за турели я не могу посмотреть, что там происходит дальше. А, ну в целом... У нас последние ракеты. Так, я понял. Дайте я одну ракету дам в эту херь. Держи. Сколько ракет у нас еще осталось? 5 ракет и одна сишка. У нее 19 хп. 19 хп у этого говна. Дима, зажимаем. Все. Это что? Там сидит! Живой? Умер. А, нет. Сейчас приду. Мне ракету дали. Харнс живой?
Да, я живой, я сижу тут. Ты убил контроль. Его, нет там? Нет. Тогда я беру ракетницу, окей. Одного убил? Нет, я могу туда, погоди, я туда кину эфку. Отойди за Рашу. Нате нахуй вам туда. Не, никого не убил. Одного убрал. Хорош. Что? Так, прыгни, посмотри просто, чуть-чуть так. Там турель. Что нам делать с ней? Сереж, если что, с вот этой вот дверки поднимался залутанный тип. Я не знаю, вот что у них вот тут. А, кстати, 200 хп вот здесь, 228. Могу дать одну. Он тут! Хватит. Отходи. Отползи. Минус Дима. Меня убрали! Все, убили. Убрал типа одну. Хорош. Еще второй должен быть. Поставьте лесенку, я к ним пушану. Там турель. Да я чекну просто, я сдохну, но я чекну, что там. Угу, их тут нету. Понятно. Но вот здесь 400 хп. Двери закрыли у меня вот здесь, вот на 235. Угу. Не выпущу. Открыли. С ракеты дали мне, убили меня. Окей. Я его тоже. Угу. Все, мы уже почти у цели, мужики. Минус гандрап. Дай-ка я тогда. Выходит, Серега, аккуратнее. Минус. Давай я залезу. Пошел. Опа. У меня 30 хп, если что. Есть. Свети, мужик. У меня челик, надо убить его. Вот он. Минус. Не иди туда, там. Здесь пора. Оружие. Кровати здесь у них. Надо ломать. Он встал, Серега, убей его! Ладно, окей, все, мы в сейве, мы в луте. Это понятное дело, надо сейвить, мужики. Надо сейвить. Кровать надо сломать. Дим, ломай кровать. У меня последние две ракеты из Сишка, все. Кто открыл? Выходит. Мы высвободились. Красавчик. Дим, давай здесь в круг дадим. Меня закрыли. Фигово. Основное унесли, нет? Да. Да, но во мне здесь взрывчатка, последние две ракеты и сиха. Взрываю сиху. Светите, все, я тут. Где вот они хлопали дверьми, давайте подумаем. Вот эту хуй сломай, скорее всего. Какую, прямо? Я думаю, да. Вот там кто ползает? Слева, за вон там, где этот чемоданчик. Сейчас я к нему залезу. А, он убежал. Нет, не рейди эта дверь! Не рейди! Понял. Услышал. Туда можно, да? Да, можно сюда. Да. Почему нет, мы рейдим третий? Это последний этаж, если вот целая куча лутерумов, алло. Объясните. Это они все перенесли оттуда, какая... Да, так. Ты в этом уверен? А у нас две ракеты всего. Тут вот центральная гаражка, пол хп. Сколько надо на 300 хп ракет? Ну, в центральную гаражку, думаешь, оба... О! Все, короче, бью туда, насрать. Блять. Опа. Смотри. Фу, ты посмотри, на что мы обогатились. На ничего. Опа. И что там? Ничего. Ну это крыша, бля. На крышу, да. Так. Дверь обычная. Один спит, тут лутерум, ящики, но да, тут шкаф. Mm-hmm. Мы зарейдили все, что могли. И скорее всего, весь лут они задиспавнили. У нас оставалась еще последняя лутовая, до которой было буквально пару дверей. Еще одну дверь парадипнул. Еще дверь дипнул. Одна дверь. Дипнул последнюю. Все, я в шкафу. Да ладно. Я в шкафу. Хорош. Рублю спальники. Топор, одно МВК. Да не, ящики все залочили, все пустое. Да. Так, ну, что я тебе скажу?
Минус дверь. А тут они все за это вали, да? Накидываю на шкаф. 4 хп у него, о чем речь? Пустой. Ну, естественно, что еще можно было ожидать? Опачки. О! Шкаф. Шкаф. О, как. Дайте посмотреть. Понял. Чухарин, давай я сфотаю, типа, крутой. Подожди, давай, давай. Ну, естественно, типа, как ожидалось. А вот, сера. Сера? Ты еще. Да, задиспавнили паскуды. Эх. О! У-ху-ху-ху! О, камень, смотри, сколько. О. Как мы и ожидали, они не смогли противостоять королевству и подло задиспавнили весь лут. Но это не главное. Главное — это победа. Ну чё, господа? Раз, два, три. Чья первая взорвётся? Победу нельзя отступать.